Это писец. Он ищет леммингов, которые зимуют под снегом. Он охотится за добычей, которую не видит и не чувствует, но может ее слышать. Он тихонько идет и внимательно слушает. Есть. Лемминги – это наиболее распространенная пища песца. До 85% их рациона. И нужно будет поймать еще много леммингов, прежде чем день будет закончен.